Уже 3 дня к главному спортивному празднику зимы готовятся взрослые и малыши. День снега в парке Степанова отметят 15 января. В праздничном меню русские забавы и шуточные состязания. Но даже они требуют сноровки и подготовки. Чтобы участники работали на результат, а жюри могло объективно оценить даже самых маленьких. Главная цель этих соревнований, конечно, это зимние забавы. Конечно, это должно быть достаточно весело. Но нам надо было сделать и объективно. Поэтому мы постарались все это, чтобы человеческий фактор, судейский фактор, присутствовал минимум, а чтобы это было объективно. В прошлом году в Дни снега приняли участие малыши из 60 садов. В этом будет не меньше, уверяют организаторы. Главное, чтобы не вернулись холода. Все, что предстоит выполнить в день испытаний, дошколята уже попробовали. Я попробовала кататься на ватрушке, хоккей и кота. И двигать бочку. Новшество этого года – спартакиада для педагогов. Своя площадка для состязаний будет организована для семей. Абдуллаевы результатом прошлого раза остались недовольны. Специально пришли в парк потренироваться всей семьей, чтобы не допускать прежних ошибок. Будем кидать валенки, ехать на лыжах. На одной лыже не всей втроем. Семьей. Папа нас на ватрушке будет катать, в хоккей играть. Будем и катить бочку. В воскресенье день снега в парке Степанова начнется в 10 часов, но для регистрации участникам лучше прийти в 9 утра. Официальное открытие праздника запланировано на 12 часов. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново.